Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления спагетти с фрикадельками в томатном соусе. Это блюдо очень вкусное и сытное, подходит идеально как для обеда, так и для ужина. Рецепт смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра! И начинаю с того, что я ставлю воду на плиту объемом 2 литра. Добавляю сюда столовую ложку соли. Накрываю крышкой и жду, когда закипит. Беру одну головку репчатого лука. Разрезаю ее на 8 частей. Весом у меня 120 грамм она. Добавляю в измельчитель блендера лук. И закидываю сюда еще 2 зубчика чеснока. Теперь мне нужно все это измельчить в однородную массу. Перекладываю измельченные овощи в широкую глубокую миску. Добавляю сюда 400 грамм говяжьего фарша. Он у меня уже измельченный заранее. И 200 грамм свиного фарша. У меня здесь 250. Вбиваю сюда одно куриное яйцо. Добавляю чайную ложку соли. 3 чайные ложки черного молотого перца. И замешиваю всего фарш. Когда я перемешал содержимое своей миски, я начинаю фарш отбивать. Фарш нужно отбивать для того, чтобы он сильнее скрепился. Также насытился кислородом. Фарш я достаточно отбил, теперь можно катать из этого фрикадельки. Беру, отщипываю немного фарша, где-то приблизительно с рост большого грецкого ореха, и скатываю шарик. И так поступаю со всем фаршем. Тем временем у меня закипела вода. Я снимаю крышку и засыпаю сюда 250 грамм спагетти. И варю их до готовности. У меня спагетти из твердых сортов пшеницы, поэтому после закипания они будут вариться 15 минут до готовности. Готовые спагетти сливаю через дуршлаг и промываю холодной водой. И оставляю в дуршлаге, чтобы стекла вода. Накатанные мясные шарики теперь я обваливаю в муке. Это нужно, чтобы при жарке они сохраняли форму и запечатали все свои края. На плиту ставлю сковороду, наливаю в нее 30 мл оливкового масла и разогреваю его. Разогретое масло выкладываю в свои фрикадельки. Огонь у меня при этом ниже среднего. И обжариваю все фрикадельки со всех сторон. Пока обжариваются фрикадельки, я смешиваю в тарелке 2 столовые ложки томатной пасты. Добавляю к ним чайную ложку соли, чайную ложку тростникового сахара, 3 чайные ложки черного молотого перца, чайную ложку хмели-сунели. Добавляю сюда пол-литра воды. Все это перемешиваю. В
Заливаю фрикадельки томатным соусом. И теперь тушу соусом фрикадельки 10 минут. По истечении времени у меня соус загустел. Фрикадельки уже готовы, и я перекладываю сюда свои заранее отварные спагетти. Теперь аккуратно их перемешиваю с фрикадельками. И в результате, когда я их перемешал, я выключаю под сковородой огонь. Мои спагетти с фрикадельками в томатном соусе готовы. Можно их подавать к столу. Ну а с вами я на этом прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Желаю вам всего доброго!